Раз, два, три, четыре, пять. Всем здрасте. С вами Сварог. И как вы все помните, недавно мною был выложен результат с рекордным уроном по четвертому конбоссу 100 тысяч крови. Сразу хочу вам сказать, это не мой результат, как вы подумали. Я бью все теми же хаосами и набиваю там свои 50 с копейками и не переживаю. Данный результат принадлежит игроку Red Powder, который занимает топ-1 рейтинга на общемировом кланбоссе, то есть он первый в мире, который пробивает такие результаты. И в комментах к видосу писали очень много, что где тайминги, почему скорость 3,5 и вот это вот все. Так вот, Red скинул мне свои тайминги, как он руками пробивает свои рекордные числа. Поэтому сейчас для тех, кому это надо, пожалуйста, смотрите, записывайте, сверяйтесь с тем, как вы бьете. Может быть, вы сможете улучшить свой результат. Ну а перед этим, конечно же, небольшая вставка для того, чтобы вы могли написать свой комментарий. Я думаю, что многие из вас видели ценник на покупку виртуальной голды. И так же, как и я, считаете, что это ценник конский. Поэтому я могу вам предложить сайт донатов нет, где вы можете задонатить напрямую, при том дешевле, чем в самой игре. Забудьте про передачу аккаунтов. Все пополнения только по ID игрового аккаунта. А при регистрации по моей ссылке вы получите купон, который даст скидку на первую покупку. Ну и также после недавнего обновления комиссия на пополнение Steam у донатов нет достигла 14%, что является самым выгодным предложением на рынке. Ну а помимо всего прочего, на сайте представлен огромный спектр игр, в которых вы можете занести донат дешевле, чем через официальный ресурс. Ссылочка в описании. И вот непосредственно сам бой, где Ред бьет руками. Как одеты персы было в видосе предыдущем, ссылочка появляется сбоку от вас, мало ли вдруг кому надо. Также ее оставлю в описании к видео, чтобы вы посмотрели, как одеты герои. Ну и чтобы не забивать просмотр своим бубнежом, врубим легкую музычку и просто посмотрим, как это все набивается, как прожимаются все эти тайминги. Я в пустыне влачился, духовной жаждой томим, когда вдруг появился предо мной Серафим и направил стезёю средь мерцающих вех в дом, где спасают от жажды и зноя, где даруют приют и ночлег. Мне открыла кокетка, и я замер нем, помыслил токмо, либо я в пекле, либо меня принял Эдем. И поднявшись за нею в странно приимный зал, я услышал окрест, будто ангелов голоса. Лучшая гостиница Кисловодская, куртизанки тут Божоле нальют, танцем развлекут. Много мест в гостинице Кисловодская, как недолг путь, можно отдохнуть и найти приют. Я принял бокал с игристым из тонких дрогнувших рук. Вокруг плясали гимназисты, она к ним обращалась, мой друг. Заразительный танец нежной юности прыть, кадриль, дабы помнить, полонез, чтоб забыть. Я подозвал полового, мне сон и отдых нужны. Он ответил, здесь меня просили такого с русско-польской войны.
Но проснулся средь ночи, вновь услыхав голоса. Лучшая гостиница кисловодская, куртизанки тут по желе нальют, танцем развлекут. Много мест в гостинице кисловодская, как недолг путь, можно отдохнуть и найти приют. Зеркала повсюду, взгляды из-за портьер. Она сказала, меня навсегда пленил куртуазный манер. И вон их чертогах бесконечный кутеж. И однажды, попав на постой в Кисловодск, уже никуда не уйдешь. Последнее, что запомнил, как метнулся к темным дверям. Хмельной гусар мне путь закрыл, сударь, надо ли туда вам? Мир за дверью коварен, жесток и кичлив. И если уж ты тут на постой, парень, уже оставайся счастлив. Вот такой результат получился на Кланбойсе. Как мы видим, игра даже не ожидала, что будет результат выше сотки. Поэтому у нас одно число уехало в сторону хп-шек босса. Но в любом случае, 108 тысяч крови на четвертом КБ. Это прям мое почтение. Ну и как видите, вот цифры урона, пожалуйста. Твин 42, робот 132, Сайлас 220, Дела 245 и Хекс 327 миллионов урона. Вот такие цифры, вот такой бой. Спасибо Реду за предоставленную запись. Может быть, она кому-то и поможет. А на этом все. С вами был Сварог. Всем благосклонного рандома, богатого дропа и мирного неба над головой. Удачи!